привет. Я все в Новороссийске нахожусь. Сегодня приехал в Широкую Балку на море. Ну, в общем, пляж здесь вот такие вот камушки. Более крупные, чем в Новороссийске. Поэтому люди здесь лежат на лежаках в основном. Купаться еще не купался, руками потрогал. Водичка, конечно, холодная, как вчера в Новороссии. Но чистейшая, прозрачная. Широкая Балка находится недалеко от Новороссийска. Прям там на выезде 8 километров стоит расстояние. Здесь вот такие вот красивые горы. То есть они сзади. Спереди море, сзади горы. Также присутствуют гостиницы. На пляже всякие бананы, катамараны. Также все здесь есть. Народу, как вы видите, здесь немного. В отличие от Анапы и Витязева. Где сесть некуда. Здесь, пожалуйста, где хочешь, садись. Лежаков вам свободных море. Имеется здесь платная парковка 100 рублей с 8 до 8 и 100 рублей с ночи с 8 до 8 утра. Вот так, неплохое местечко. С чистой водой, с чистым берегом. Но единственное, что вот камушки, конечно, были помельче, было бы вообще замечательно. Людей катают на таблетки, не на таблетки, с креслами. Какая-то штуковина надувная. Погодка, конечно, замечательная стоит уже, не знаю, сколько дней. Вроде и жарко, и в тот же момент и не жарко, как-то, знаете, комфортно очень. Особенно находясь у моря, вообще замечательно. Ну и по городу я вчера ходил. Я бы не сказал, что прям жарко, там пот текет. Нет, нормально, комфортно. Как красиво море плещется. Единственное, конечно, сюда ехать на машине нужно. Ну, маршрутка ходит какая-то, ну, сами понимаете, на пляж лучше на машине. Либо прям здесь снимать гостиницу, здесь жить. Такой спокойный семейный отдых у вас получится. Если вам не интересны там всякие карусели, марусели, а чисто вы приехали насладиться морем, спокойным отдыхом, свежим воздухом горным. Вот она. Времени, конечно, у меня нет тут походить, исследовать все. Там вот вдали тоже что-то виднеется. Ну, сейчас уже надо на работу идти. Мы будем с ночи переходить в день теперь. Сегодня чуть-чуть поспали. Вчера немного раньше пришли. Сегодня тоже придется поработать полдня. И завтра уже с утра будем выходить. Шумные работы у нас закончились. Будут бесшумные. Шпаклевать, плитку ложить. Еще что здесь заметил в Новороссийске, по сравнению с Анапой, конечно, здесь контингент на пляже помоложе, чем в Анапе. В Анапе как преобладают больше бабушки, а здесь более такой молодой народ. Прям
Прям хорошие волны такие хлещут. Ну и сам Новороссийск тоже так погулял. Ну, хороший, чистый город. Много тоже зелени. Тротуарчики тоже все выложены плиткой, все чистенько. Даже вот одна особенность, я нигде не встречал еще такого. На набережной, даже там идешь по парку, играет музыка везде. Мы подошли на перекрестке к светофору. Играет музыка, я не пойму откуда, смотрю, на столбе висит этот громкоговоритель, с него и музыка играет. Я, конечно, нигде такого еще не видел. Я ж не знаю, почему вода холодная, может, она в Анапе тоже похолодела. Потому что последний раз купался, там была прям теплая-теплая. Здесь почему она такая холодная? Я аж вчера прям заходил, аж дух захватывает. Водичка, конечно, чистотой поражает здесь, прям вообще замечательная. Ну ладненько, не буду затягивать. Всем пока, до новых встреч!